Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. 1Х-ставка. Боец в синем углу октагона. Ему 28 лет. Рост 1 метр 83 сантиметра, вес 77,6 килограмма. Родом из Луганской области, сегодня представляет Москву. Он обладатель синего пояса по джиу-джитсу. Его рекорд 15 побед при 4 поражениях. Третий номер в рейтинге полусредневесов ACA. Претендент на пояс Виталий Цыпенко! Его соперник – боец в красном углу октагона. Ему 29 лет. Рост 1 метр 83 сантиметра, вес 77,5 килограмма. Из Грозного представляет клуб «Ахмат». Победитель Кубка мира по K1. Победитель первенства мира по грэпплингу. Его профессиональный рекорд – 21 победа при 3 поражениях. Идет на серии из 5 побед. Действующий чемпион ACA – Абубакар! Рефери в октагоне Гирихан Шибилов. Бойцы на середину. У вас 5 раундов. Внимательно слушаем моей команды. При команде стоп прекращаем все активные действия. В течение всего боя ведем активную защиту. Все понятно? Пожали руки. Главный бой вечера, дамы и господа. Виталий Слипенко, Абубакар Вагаев. Постарше будет на год Абубакар, абсолютно одинакового роста и чуть-чуть размах больше у Абубакара. И это титульный бой, категория до 77 килограммов, 5 по 5, поехали. Довольно широкая стойка у Виталия Слипенко, активно работает корпусом. Ух ты, какое начало от Виталия Слипенко, и сразу идет в борьбу Абубакар Вагаев, ожидаемо. И вот насколько сейчас способен будет подняться из этого положения Виталий Слипенко, мы будем смотреть. Безусловно, Слипенко будет стараться выбираться, будет рисковать. И там успевают даже о чем-то поговорить Виталий Абубакар. Еще подсказывают непосредственно в углу Мурат Бичуев, Шамиль Бекаев. Шамиль Бекаев как раз вообще специализируется именно на борьбе. Тренер по грэпплингу клуба «Ахмат». Прибирает руку. Что, неужели попробует треугольник провести? Нет, отсюда не получится, плотно добавляет правый локоть Абубакар. Да, Вагаев здесь напоминает, что не просто лежать будет, а очень жестко пробивать из этого положения и постоянно угрожать. Да, с другой стороны, для Виталия Слипенко это шанс, ну не то что всей жизни, да, но самый большой, который ему выпал. Да, пока на данный момент это совокупность определенных обстоятельств, его бойцовских успехов и решения матчмейкеров. Там, кстати говоря, небольшое повреждение есть на лице Виталия Слипенко. Опирается головой Абубакар Вагаев, несколько ударов слева. Ну что ж, борьба началась. Более того, многие предполагали, что подобная борьба будет на протяжении всех 25 минут. Посмотрим, локти снизу. Не будем вспоминать Николу Демчикова. Да. Локти были хорошие. Да, здесь в ответ пытается работать Слипенко, потому что очень тяжело бьет Вагаев. И действительно там и мощи, и сил будет хватать на многое в поединке. Вот еще один плотный удар, и там каждое попадание Абубакара сопровождается приветственными скриками из его угла. Пытается обойти защиту здесь. И в свою очередь ищет даже не то, что точку опоры, а плоскость опоры Виталий Слипенко. Сразу же кисть к себе. Да, много сил приходится тратить Абубакару, чтобы удерживать Виталия на настиле. Но он все-таки набирает определенное количество очков, плюс ему считается контроль, а время уходит. Да, вне всяких сомнений,
нужное количество раз Абубакар Вагаев пробивает. И пробивает прям-таки не на статистику, а жестко всаживая свои удары. И вот вид сквозь. Треугольнички на руку. Секундантов. Угла Виталия Слепенко. Да, пока что спокойно. Пробовать треугольники. Все аккуратно. Просит Алексей Гоненко у Виталия Слепенко. Ну а Абубакар делает свое. Полторы минуты. Очень тяжело втыкает свои удары Вагаев. И такая амплитуда небольшая, но скорость очень хорошая. За счет этого как раз попадает. Здесь немножко погрузил, прогрузил, вернее, селезенку. Тут же на голову перевел традиционно. Хорошее давление. Ничего не позволяет сделать пока на данный момент. Виталию нет ни одного шанса подняться. Да, в этом плане Абубакар один из лучших, не то что в Лиге Сей, в мире. Вот здесь Стас пытается вывести Виталий Слепенко. Правой рукой контролирует хорошо Абубакар. Опять же, обратите внимание, за сколько секунд сумел Абубакар провести, в какой момент это случилось. Виталий сразу же постарался нанести несколько ударов стойки. Хороший правый прямой пробел, да, и уже на чуть ли не первом-втором движении поймал Абубакар претендента и провел этот тейкдаун. 25 секунд, и поднимается здесь Виталий. Но ненадолго прихватывает ногу, правую ногу Абубакара Вагаева. И вот в этом положении, наверное... Морская фигура «Замри». Помните детскую игру старую, которая... Вот так и, наверное, и закончится этот раунд. Успел кому-то подмигнуть Виталий Слепенко. Перед боем успел поговорить. Внутри боя тоже успел поговорить. Здесь подмигивает. А здесь перерыв. Отдохнем. В следующий раунд противостояния за чемпионский пояс. Ну, с первым все понятно. Абубакар Вагаев этот отрезок забрал. Забрал за счет своей борьбы. Итак, смотрим второй раунд. Насколько быстро Вагаев сумеет перевести Виталия Слепенко, который поддавливает. Мидлкик и тот же джеб. Вот Абубакара. Да, менялись. Пока в стойке Виталий, конечно, он представляет очень большую опасность. Ничего себе, хорошо! Падает Абубакар Вагаев, все! Все! Новый чемпион Лиги ACA Виталий Слепенко! Дамы и господа, это что такое? Это что такое? Вы это видели, друзья? Виталий Слепенко выиграл нокаутом. Но и не забывайте про одну историю. Абубакар Вагаев, человек, который сумел реваншироваться все разы. Корее. Так было и с Мурадом Абдуллаевым. И, возможно, здесь будет реванш. Но какое попадание справа! Он пробовал в первом раунде. Не получилось до конца. Во втором зашло. Вот это да! Я не верю, парни. Он говорит, что он не верит. Да, в это действительно вообще мало кто верил, включая букмекеров. Виталий Слепенко был андердогом. Он проигрывал в Лиге ACA, например, Гаджимураду Хирмагомедову. А сегодня он вот так побеждает Абубакара Вагаева.
уводит здесь Абубакара Вагаева. Виталий Слименко продолжает принимать поздравления. И вот здесь уже бежал буквально Герихан Шибилов для того, чтобы остановить эту встречу. Я не скрою, в этом зале очень много лиц, которые действительно удивлены, возможно, шокированы. Но история Лиги Эйсей пишется здесь и сейчас. И в Лиге новый чемпион. Его зовут Виталий Слипенко. Да. Это будет сложно перебить. Ну а кому еще тогда давать бонус, если не этому парню за такой нокаут? На 20-й секунде второго раунда победу и чемпионский пояс в полусреднем весе нокаутом завоевал Виталий Слипенко! Все хорошо, нет. Друзья, давайте шум аплодисментов не только Виталию Слипенко, но и Алексею Яценко. Новый костюм теперь в NSG Драгоне. А вот этот парень теперь носит чемпионский пояс. Дайте еще аплодисментов. Помогите расстегнуть, а пока я буду задавать тебе вопросы. Я хочу, чтобы моя женщина ходила с этим поясом, а у меня вот главная победа. Теперь давай несколько вопросов по этому поединку. Расскажи мне, насколько ты верил, что вообще может вот так закончиться этот поединок? Честно, у меня еще в первый раунд ребро чуть выскочило. Я чуть немножко так в борьбе передыхал, потому что думал, сломал ребро на самом деле. Честно, насколько у меня такая семья, моя команда, родителям я хочу передать, я вас очень люблю. Всем пацанам, кто помогает, там сидят, моя семья, я вас, это все честно для вас. Для меня важно вот вас радовать, что вы пришли сюда и просто насладились. Я думаю, я подарил вам эмоции. Передать хочу Кисловодск, Казахстан, всем вам, я вас очень люблю, пацаны, Саня Сарнавский, Тём Резников, Алексей Горынин, который помогал мне, Игорю Титова, хочу, чтобы тоже он держался, мы все любим, всех вас очень люблю, я чемпион! Напоследок еще спрошу, насколько это была заготовка или все-таки это была просто реакция, хорошая реакция, да, на этот удар? Алексей Гоненко, мой главный, он на джойстике играет в игру PlayStation, мы уже, конечно, на другом уровне. Виталий Кодин, в моем сердце мы готовим комбинации, все помогают, Артема, Леха, дядя Женя там сидит, вам привет большой, всех люблю! Моя команда, моя семья, вы самые лучшие. Женщина моя, ты самая. Наслаждайся победой, новый чемпион! Виталий Слипенко, еще несколько слов. Я думаю, Эйнштейн против Льва получится крутой бой. Я тебя уважаю очень сильно, Альберт. Я думаю, тебе тоже будет тяжеловато забрать пояс. Я знаю, ты в меня верил. И поэтому мы устроим с тобой настоящие шахматы здесь, в клетке. 2023 обещает быть крутым. Виталий Слипенко, чемпион лиги ACA.